Приветствую всех из Одессы. Мы сегодня с вами с самого утра пришли на пляж. И здесь уже люди потихонечку открывают пляжный сезон. Некоторые загорают, некоторые даже купаются. Сегодня в Одессе снова шикарная погода. Светит солнышко, очень жарко. Уже прям по-летнему. Я бы даже так сказал, уже не по-весеннему. Погодка замечательная. Вот такая обстановка сегодня на пляжах. Я вам говорил, что жарко. Люди купаются, люди загорают. Только я не знаю, зачем мужик прикрепил себе баклажку 20-литровую. Наверное, чтобы не утонуть. Водичку попробуем. Тепленькая. Красота сегодня моря необычная.